Ребята, делимся очередной работой, проделанной в ультравыхлоп. К нам приехала Ешка, новая, сочная Мерседес, на которой мы прокачали выхлоп. Мы убрали там резонаторы, сделали прямую трассу вплоть до задних банок и, естественно, поставили заслонки для того, чтобы можно было включать и выключать с пульта выхлоп. Это огромное преимущество на дороге, потому что тогда, когда есть настроение, ты можешь с удовольствием прокатиться на рычащем автомобиле. С другой же стороны, рано с утра, с похмелья, или с детьми, или на дальние расстояния, если ты едешь, ты можешь спокойно выключить выхлоп. У тебя будет практически штатный автомобиль, но с тюнингованной выхлопной системой. Погнали смотреть!